Мне не удалось покинуть клинику вертикально. Попробуй горизонтально в мешке для трупов. Я слежу за тобой. А я сейчас вам покажу превентивный удар, превентивный удар, превентивный удар, превентивный удар. Какого черта ты меня бьешь? И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции я сейчас покажу. Превентивный удар, превентивный удар, превентивный удар, превентивный удар. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. И все это было готово взорвать. И какого черта ты меня бьешь? Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Вот ты где, иди сюда. Элиот, нет, меня здесь не должно быть вообще, я домой хочу.